Алан, кого ты там несешь? Ой, кто там? У нас кролик. Нам одолжили колясочку для зайчика. Какая прелесть! Ой. Ой-ой-ой! Кролики же не, это же не только ценный мех, это же много килограммов счастья. Какая коробка у тебя крутая? Пожертвовал, да? Слушай, а две дырки для кислорода тут нарезали? Да, вот тут. Там чуть-чуть есть дырка. Да, это. Вам теперь еще кошечку надо, попугайчика. Дырки есть у вас. Открываем на прогулочку нашу. Как ее зовут? Омарочку? Ниндзя Омарочку. Она теперь ниндзя, да. Потому что она лапками умеет делать, как ниндзя. А еще она скачет, как ниндзя. По дому. Да? Теперь его сюда. Давай. Не надо, он сам будет прыгать. Он сам, да. И просто его нужно держать, когда он прыгает. Водить его, это ж не собачка. Вот, видишь? О, ему вот что ему надо. Конечно, вот ему что надо. Конечно. Сейчас сам найдет себе травку. Конечно. Сама найдет. Ты впереди, впереди, верев, чтобы веревочка у тебя была впереди. Угу. У него, видишь, колокольчик звенит, вот ему что надо. Бани, бани. Значит, а только не наступи на него. Вот какая прелесть. Вы вот туда, вот на травку. Он, конечно, забивает. Опускай. О, нашел вкусненькую травку. Клевер. Клевер очень сладкий для них, как вкусняшка. Он прям хочет есть на шее. Ой, как он вкусно. Он думал, что это сладкий. Она, наверное, никогда не ела такую вкуснятину. Я тоже. Живую травку, вкусную, клевер. Есть. Да, надо будет. Как раз. Много им нельзя, а то у них животик может болеть. Надо сухое сено больше дать. Тебе нравится такое? Да. Алан, ты зачем такую фанеру большую тащишь? Домик. Домик будем для кролика делать второй этаж? I'm no good if I stay.